Основатель, исполнитель, гитарист, директор, фронтмен, фактор, скажем так, направляющий. Вот он в моем лице. С 2004 года вот у нас 1 февраля, день рождения. Собственно, это дата первого концерта уже именно вот в таком направлении, когда у нас, допустим, уже гармошка была, то есть формат такой более-менее близкий к этому. А до этого, ну, какие-то идеи вертелись, там, я там в том числе играл в каких-то рок-коллективах, там, начинали, пробовали. Чтобы долго голову не ломать, вот решили первый концерт, потому что дата есть, название придумано, как бы, да. Какой-то уже репертуар существовал, который даже, ну, по сей день исполняется. Первый концерт, музыкальная школа, 29-я городская школа искусств. Я там учился по классу джазовой гитары, слава богу, отучился. То выступление показательное. Педагог мой по инструменту, как бы сказал, он, у тебя все достойные какие-то есть идеи, может быть, ты со своими ребятами выступишь. Взяли и выступили. Мы вышли втроем, это был бас, гитара, гитара и аккордеон. И сыграли несколько инструментальных композиций. На самом деле у нас как бы элементы этнической музыки, именно восточноевропейской, они прослеживаются. То есть мы не играем ни классического ска, там, ни классического регги, ни классического там еще чего-либо. Идет какая-то такая эклектика. Вот. Ну, каждая же песня разная. То есть стили у нас пульсации, это ритмические рисунки. Как бы стараемся по-разному все писать. То есть разные музыканты вносят свою лепту. То есть где-то там это балканы, там латино, гопак, элементы регги, элементы рока. Там. Сначала мы еще маленькие были, неопытные. Да и сейчас, в принципе, есть куда расти. Было концерта там, ну, два в месяц, может быть, один в месяц. Но это было прям такое событие, которое прям ждали, к которому готовились. Достаточно быстро сделали программу, то есть столкнулись с тем, что, ну, материал был интересный уже изначально, да, как бы уже можно было выступать. Ну, у многих коллективов начинающих там есть там пять песен, да, и вот они с ним, эти пять песен всю жизнь там играют, пока шестую там не напишут. К нам уже предложили, что, ребята, у вас достаточно, как бы, и публика своя какая-то появилась. Попробуйте сольно сыграть. Вышли мы сольно играть. Оказывается, что часа мало. Для зрителей, для того, чтобы именно это вот как событие, да, вот это выступление позиционировать. Начали писать, записывать альбомы, опять же. У нас, на самом деле, очень и режимы такие, и темпы высокие. Для того, чтобы играть в коллективе, да, определенные жизни требования выставляет, и начиная от количества времени, заканчивая желанием, там, возможностью. Ну, не каждый себе может позволить, например, да, бросить работу, там, на две недели уехать, грубо говоря, по стране кататься. А мы это, ну, периодически практикуем. Серьезная работа в плане отдачи, в плане, так сказать, эмоциональных каких-то сил и так далее. Времени, опять же, желания. Спустились почки, по весне дозрела печенка, а меня с ума свело. Через коллектив много музыкантов прошло, ну да, это есть такое. Ну, очень хорошие, очень талантливые, добрые, светлые ребята, которые, то есть, своей творческой энергетикой, своим каким-то креативом, своими там, музыкальными там, предпочтениями, они вот именно и делают ту музыку, которую, собственно, люди слушают, приходят на концерты. Тяжело, на самом деле, музыкой, авторской музыкой, да, допустим, какие-то вот... заработать столько, сколько вот, чтобы хватилось. Но с другой стороны, когда ты занимаешься любимым делом, когда хобби, она превращается в твою работу, да, то есть на любимом деле, ну, приятнее, скажем так, зарабатывать. Ну, басист работает там в компании, там посудой занимается, аккордеонистка, она там детей учит музыке. Я, например, в бытность работал арт-директором. Делаю какие-то проекты, например, тематические вечеринки, там, диджеингом занимаюсь. Там. Но в любом случае, это все равно все это около музыки, около какого-то вот такого течения. Ну, в среднем где-то, наверное, 3-4 концерта в неделю. Что есть пятницу, субботу, как правило, ну, по регионам мы постоянно где-то выступаем в новосибирских заведениях. Когда гастрольный график, то там уже каждый день, там, когда вот эти праздники начинаются, там прям честно.
Очень бы не хотелось, чтобы это прям такое поточное ремесло превратилось, потому что здесь творческая составляющая, она неизбежно прям упадет. Но мы какой-то золотой середину стараемся выдерживать. Чтобы заниматься музыкой, да, хочется, да, чтобы это было профессионально, в плане в том, что там не приходилось там на стройке кирпичи таскать, да. Какая-то коммерческая успешность определенная, да, она имеет свою как бы ценность, да. Очень бы не хотелось устать от этого всего, да. Сам формат музыкальный как бы не позволит, наверное. Но я надеюсь, что темпы вот развития, они как бы сохранятся. Пока нас как бы устраивает вот то развитие. То есть мы раз там в год, раз в два года стараемся записывать наш материал, какие-то выпускать альбомы. Там, мы не рок, мы не протест, мы как... ну, музыка, танцы, веселье. Концерт – это радость, там, радость людей, то есть это энергетика, когда вот удовлетворение от того, что ты свое дело делаешь хорошо. Необыкновенный, вкусный, питательный, замечательный.